Какие ощущения от игры? Сложно, очень сложно, я бы сказал. Вчетвером доигрывать все-таки это сложно. Но мы приехали пятером, чего мы ожидали. Вот. А почему вы приехали впятером? А вот у нас команда рушится и рушится все. Вы ее собираете? Пытаемся, но залы меняются, люди куда-то могут приезжать, куда-то нет, и вот у нас разлад такой пошел. Как соперник тебе? Соперник отлично, хорошие ребята, весело было. Спасибо.